Ровно год назад, в январе 2018-го, на территории туристско-рекреационной зоны Брест начал действие безвизовый режим. Это означало, что срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей продлевается до 10 дней. Такая возможность приятно порадовала туристов, особенно из приграничья, которые и ранее с удовольствием приезжали посмотреть областной центр, узнать побольше о его достопримечательностях, посетить концерты или спортивные мероприятия. Брест есть. Брест – очень симпатичный белорусский город. Он много раз уничтожался, но смог сохранить свою красоту и приятную атмосферу. Мне очень нравится дворец спорта «Виктория», хорошая база, вообще много спортивных сооружений. Что хочется еще отметить, так это улица Советская, многоплановая и интересная. А еще здесь есть вкусная еда. Белорусская кухня – одна из лучших. В городе ее можно попробовать. И таких туристов, как Тадеуш Лукашук, в Брест за год приехало не одна тысяча. Каждый из них смог открыть для себя областной центр, узнать подробнее о его культурной и экономической жизни. В течение всего 2018 года город Брест посетило 18 500 туристов. Это туристы из 71 страны, которые захотели посетить нашу туристско-рекреационную зону и воспользоваться именно безвизовым въездом. За это время посещение туристов намечается очень большая тенденция роста. В основном это турист, который приезжает в город Брест на 2 и более дней. То есть это именно целенаправленный турист, которому интересно посмотреть город, которому интересно посетить основные объекты города Бреста, а также узнать о культуре и об истории нашего города. Сегодня в Бресте созданы все условия для того, чтобы организовать для гостей отдых с надлежащим комфортом. Своеобразным контролирующим элементом является тот факт, что работа с безвизовыми туристами ведется только туристическими операторами, имеющими специальную лицензию. В случае возникновения каких-либо вопросов, сотрудники компании приходят на помощь гостям. И то, что механизм работает слаженно и эффективно, подтвердил уже этот год. Тенденция к росту иностранного туриста, который воспользовался безвизом, она с каждым днем все увеличивается. За первые две недели 2019 года город Брест посетило уже более 700 безвизовых туристов. И то, что эта тенденция действительно имеет все шансы для активного и продуктивного продолжения, есть все основания. 2019 для Бреста пройдет под грифом тысячелетия. К юбилею город готовится основательно, поэтому здесь будет что посмотреть. Кроме того, афиша мероприятий пестрит не только известными именами, но и интересными мероприятиями, что заинтересует не только берестейцев, но и гостей из-за рубежа. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Андрей Щербантон-Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.